Доброго времени суток, зрители канала Шок Новости. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о наболевшей для всех россиян теме. О том, почему министр обороны Сергей Шойгу выглядит настолько немужественно и, как бы это сказала сейчас молодежь, не излучает сигма-энергию. Ради того, чтобы раскрыть этот секрет, мне пришлось отправиться непосредственно в Кремль и поговорить с главным поваром, который кормит непосредственно всех, кто работает в правительстве. Также я поговорил с поваром семьи Сергея Шойгу, и я узнал страшный секрет того, почему наш министр обороны, который должен излучать из себя альфовость, а не омеговость, как это тоже, я знаю, говорят у молодых, я узнал причину данной проблемы. Она заключается в том, что Сергея Шойгу кормят в основном соей, либо искусственной, либо в виде бобовых. Это меня наталкивает на мысли, что в таком случае, почему бы Сергея Шойгу не начать называть в народе Сергеем Сойгу? И у меня встает закономерный вопрос, почему нами управляют люди, которые едят только сою? Я, как человек, и надеюсь, все зрители канала Шок Новости, которые едят мясо, плюс рыбу, плюс яйца, плюс пьют молоко, мы находимся в возмущении к этому Сергею Шойгу. Вполне вероятно, что в Генштабе также засели эти любители соевых продуктов. Только об этом мы пока не знаем. Приходится делиться с вами такими грустными в последнее время новостями, но вы находитесь в ожидании новых видео, лайкайте подписку, нажимайте на колокольчик или еще куда надо, и находитесь в ожидании новых видео.